Всем привет, дорогие друзья. Это самое, мы продолжаем с вами играть в Киберпук. Прошлая серия обезвредили говнюков местных, которые здесь у нас торжественно пытались нам помешать. Сегодня пойдем бороться с организованной преступностью. О, туда. Там будем бороться с организованной преступностью. Собственно, сейчас посмотрим, как мы конкретно будем с ней бороться. Еще у меня, по-моему, что-то с кибердекой. Она, такое ощущение, что не восполняется. Наверное, видимо, что-то случилось. Так, ладно. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на перекрестке Дрейк-авеню и Картрайт-стрит. Замечены члены банды «Тигриные когти», подозреваемые в разбое и вымогательстве. Их возглавляет Макомичи Ямада по прозвищу Мотор. В мэрии города объявили вознаграждение за устранение Ямады и его преступников. О, я хочу. Ну, это они, да, я так понимаю? Это вот эти, что ли, ребята? А, ну, то есть, если я захочу туда пройти, я так понимаю, что это плохо кончится. Я понял ваш намек. Так, вообще тут тогда есть прекрасная снайперская позиция, с которой можно немножечко поработать. Как раз она, вот она. Так, ладно. Учитывая то, что уровень сложности большой, я бы даже сказал, очень большой, я могу убить только сам себя, постоянно прыгая вниз. Так, ну давай, ползи, дружище. Сейчас мы с тобой должны все по-четкому сделать. Так, чтобы сделать все по-четкому, нам надо будет избавиться от ряда персонажей. Еще до того... Да, охрененная на этой снайперке вот эта вот улучшалка, которая позволяет немножечко видеть, что тут происходит. Ну и что, прям сразу начать по ним стрелять? Или сначала начать с... Блин, я даже не могу его этот самый. У меня почему-то кибердек не работает. Так, давайте начнем вот с этого тогда. Сколько у тебя хп? Так, ну тебе на два таких удара хватит. Так, пока не будем привлекать внимание санитаров к своей персоне, будем действовать аккуратненько для начала. Потому что действовать неаккуратненько мы всегда успеем. Так, по-моему, меня кибердеку разглючило, да. Кибердеку меня разглючило. Очень хорошо. Это значит, что мы теперь можем делать больше всякой грязи, а не меньше. Так, ну-ка. Так. Есть такое дело. Так, товарища мы по скрытности нейтрализовали. Так, еще у нас есть вот там товарищ, которого мы можем нейтрализовать по скрытности. Так, только не лестницу. Нет, лестницу нейтрализовывать не будем. Так, ну-ка дай-ка я тебе еще устрою замыканица небольшой. Надо, конечно, это какой-нибудь поинтереснее скрипт. А то этот скрипт какой-то слишком простенький. Мало урона наносит. Надо что-нибудь такое, более боевое. Хотя, кстати... Блин, ну я прям один выстрел, но не хочется начинать стрелять. Конечно, ты меня не тронешь. Как ты меня тронешь, я ж тебя сейчас подрежу. Так. Выключить удаленную деактивацию. А что там? Подожди, контроль камер. Там камера есть, я даже ее не увидел. А, это сейчас повеселее будет нам. Ух, ёпта. А это такой. Тоже тигриные когти. А это такой. Тоже тигриные когти. Угу, так, это у нас тоже тигриные когти. Так, давайте мы начнем тогда вот с этого громила, наверное. Враги предупреждены, да, похер, бум. Так, еще минус один. Нам нет никакого смысла лезть на рожон, потому что когда лезешь на рожон, мотай тут камер. Так, дайте-ка мне назад эту камеру, она меня, в принципе, устраивала. Так, ну что тут у вас, ребятки? Вымогатель, да? Так, Сейзи Хата. Так, Сейзи Хату мы немножко подломали. Можно еще попробовать подломать протокол. 1С, 1С. Надо, конечно, какие-нибудь еще штуки, которые мы будем внедрять в этих прекрасных ребят. Просто со взломом протокола гораздо интереснее потом получается. Дешевле просто. И это охерело совсем? Это что такое? Пиздец, прошла через Марию. Нет, вы видели это вообще? Что это такое? А как ты... Откуда ты знаешь, куда идти?
Слушайте, она идет прям по направлению ко мне. Так, а почему замыканий-то нету? У меня же бой-то не работает. Блин, хорошо идет, а? Зараза такая. Так, что у меня с кибердекой? Почему она не восполняется? Блин, у меня кибердек, по-моему, заглючил опять. Ну, придется действовать по старинке. Так, вроде начала опять восполняться. Хотя, блин, боя не было. Ну, ладно. Раз не получилось по-хорошему, будем, блин, действовать по-плохому. А что делать? Так будет явно быстрее. Хотя, честно, мне бы, конечно, хотелось немножко по-другому. Так. Но это я не пробью отсюда. Так, а ребята эти, по-моему, не хотят, да, ко мне? Окей, раз они ко мне не хотят, там, где там камера-то? Контроль камер. Бум. Ага, вон там еще желающие, я смотрю, есть. Так, прекрасно. О, замыкание за трешку. Замыкание за трешку — это вообще прекрасно. Можно еще делать перегрузку оптики, но мы лучше 3 секундочки подождем. Так, эту тварь мы выманим, и там еще есть некоторое количество в запасе. Бум. Так, ну это сейчас опять. Да-да-да. Я полностью с тобой согласен. Так, еще желающие есть со мной повоевать? Так, ну я думаю, что еще желающие будут. Так, верните мне контроль камер. Так, пойдем посмотрим, что тут у нас еще есть. А, ну вот, собственно... О, это такой. А вот и мотор, собственно. Тут у нас и моторчик нашелся. Так, ладно, с моторчиком я думаю, что мы будем разбираться последним. 8! Мотать вы мощные. 8 нужно, чтобы подломать такую гадину. Бах. Но у нее, наверное, хп до хрена еще. Так, ну будем их выманивать потихонечку. Что еще делать-то? Будем потихонечку выманивать. Так, что там? Где он есть-то? Хорошо идет, гад. Угу. Так, ладно. Иди сюда. Выходи, познакомимся поближе. Познакомимся, конечно, блин, не попал. А, ну хорошо, что ему пофигу на происходящее. Так, еще минус один, товарищ. Так, ну что ж, продолжаем. Продолжаем нашу прекрасную охоту. Так, где там моя камера волшебная? Так, дайте мне контроль над ней. Так, где, собственно... Так, давайте посмотрим, что-то еще есть. Так, тут вон еще ребятки бегают. Так, ну ладно, у нас тут самый опасный — это вот этот вот товарищ. А его, походу, нельзя, что ли, ничем заразить? Не, можно. Причем за треху. Товарищ не такой-то уж и мощный. Хотя, с виду, конечно, он такой уверенный в себе. Дайте-ка мы парочку раз перезагрузим такого типа. Иди сюда. Мы с тобой пообщаемся. На 230. Нормально. Ну, по-моему, меня ни хрена не видит до сих пор. И это его большая ошибка. Так, что, 200 баксов всего? Что-то недорого вы цените жизнь. Это ж был мотор. Охренеть. Мотора, короче, оценили что-то дешево. Так, но мы пока туда, опять же, не пойдем. Мы пока туда не пойдем. Зачем туда идти? Туда нет никакого смысла идти, потому что здесь есть еще какие-то ребята. Так, сейчас нам надо этих ребят найти. Вон они. Которыми надо что-то делать. Сейчас мы, соответственно, немножко с ним пообщаемся. Вот это вот что такое?
Недостаточно памяти. 8 надо. Да, 8 это до хрена. 8 это до хрена. Ну, в принципе, я думаю, что сюда уже вполне себе можно зайти и немножечко ребят подрубить. Я думаю, что мы уже вполне можем себе такое сделать. Бах! Так, вполне можем себе такое сделать. Ну, короче, 3 раза ее надо бахнуть. Да не ссы, я выйду. Когда надо будет, я выйду обязательно. Так, ну что ж, по-моему, мы подобезвредили данную организованную преступность. Мне так кажется. Наверное, можно сходить. Так, ну давайте, чтобы еще раз не повторять весь этот трудовой подвиг. Если вдруг я сейчас разобьюсь, падаю с лестницы, мы вот так вот сделаем, а потом пойдем. Так, а что у тебя был-то? Где-то тут лежит этот тип. Вон он. Который мощный. У тебя же по-любому что-то интересное есть. Так, соевый коктейль. Внимание. Что за внимание? Наш информатор на базаре в маленьком Китае говорит, что там что-то готовится. Ларёчники подумали, что им больше не нужна наша охрана. Наша задача их переубедить. Я понял, переубедил, видимо. Новый предмет. Еще какой-то дробаш нам, короче, дали. Так, это что такое? Организованная преступность. Получен предмет. Обезвредить врагов в окрестностях. Так, что, я обезвредил, считается, что ли? Или чего? Так, нет, я не дообезвредил еще. Сейчас дообезвредим, не ссы. Так, что-то с тобой, по-моему, не очень хорошо. Как с тебя выдрать-то? Что-то там у тебя есть-то? Что-то есть, я вижу. Вымогательница. Да, жизнь тебя перекосил, конечно, серьезно. Так, ну вот это просто халявный опыт. Это мы прям должны все прощелкать. В обязательном порядке. Так, это уже заблокировано, что ли? Так, опыта получили, хорошо. Опыта получили, банк навыкидывали. Так, что-то еще можно у нас использовать. Так, ну здесь, в принципе, особо больше ничего. Так, теперь мне надо разобраться с оставшимися здесь ребятками. Так, здесь осталось их, по-моему, 2. По-моему, их здесь осталось 2. Так, давайте мы вот это вот подрежем. Иди, иди сюда, иди. Я что-то не понял, почему я ее вижу. Потому что я, в принципе, их не помечал. Может было, конечно, через камеру пометить. Но я этим не занимался. Поэтому почему я ее вижу, не ясно. Нихера себе, это что такое было? Ты какая-то мощная баба-то, слушайте. Так, по-моему, я поторопился. Надо было сначала с этой бабой разобраться. Потому что она явно что-то знает об этой жизни. Блин, почему я перестал его видеть? Вроде как только что видел, все было хорошо. Так, где-то там есть дружок. Блин. Шатает эту хрень. Очень тяжело попадать. И он еще за каким-то препятствием, я не понимаю за каким. То есть там есть какой-то прогал, в который надо попасть. Так, а может мы его просто хакнем? Где он? Или он уже хакнулся? Не, не хакнулся еще. Давайте вот так вот сделаем. Так попроще будет. А чё это хватит-то, я не понял. Привет. Так, ну это у нас спряталось. Я ее, наверное, отсюда не достану. Да, я однозначно ее отсюда не достану. Но это, по идее, последнее. Она еще бегает так быстро, зараза.
Так, как же тебя достать-то? Это за прилавком там сидит. Так, ладно, сейчас я думаю, что мы ее... Нет, она получается дальше, да? Да, она получается сидит за прилавком, и отсюда мы ее пробить не сможем. Ладно. Лови. Угу. Так, ладно. Давай попробуем еще раз лови сделать. Ну и что с тобой делать? Она просто очень быстро, я опасаюсь немножко за свою жизнь. Ну, по-моему, она меня... А, нет, заметила. Нихера себе. Ты что такая быстрая-то? А кто меня хочет... Кто меня хочет хакнуть, я не понял. Так, дайте-ка мы отбежим. Если кто-то хочет выдать мое узнать мое расположение, то нам лучше отбежать чуточку подальше. Слушайте, с организованной преступностью не так просто бороться. Ну и кто это был? Что, я здесь, в принципе, особо никого не вижу. Кто бы хотел мне что-то рассказать. Ну, давайте мы воспользуемся вот этим вот отвлечением врагов. Может быть, мы кого-нибудь на живца возьмем? Тут много отвлечений врагов. Мы вот сейчас все сделаем. Нет, лом протокола не хочу. Не хочу лом протокола. У нас, в принципе, с кибердекой и так все хорошо. Так, ну получается, что все я, видимо, здесь сделал. Так, теперь надо подлутаться. Лутаться здесь, я так чувствую, охренеть можно будет сейчас. Так, вот это вот... Не взлом протокола. Так, отвлечение врагов. Так, ну давайте смотреть. Лута здесь, скорее всего, овер до хрена. Так, это я, по-моему, уже использовал. Так, ладно, давайте на всякий случай использовать будем еще разок. Так, не, мы с тобой пока не пойдем отсюда. Давай, слезай. Пока мы с тобой отсюда не пойдем. Так, пока мы с тобой отсюда не пойдем. Мы должны здесь с тобой, дружище мой, все долутать. Так, вот это вот все надо... Это вот все надо прокликать на отвлечение. Так, вот это вот тоже надо... Нет, на взлом протокола не хочу. Не хочу на взлом протокола, хочу на отвлечение. Так, что тут еще можно взять? Всякого мусора волшебного можно взять. Ножичек. Так, ножичек, кинжальчик. Так, что такое у нас? Это ящичек у нас тут стоит. Интересный ящичек. Так, здесь что-то у нас еще валяется. Так, патрончики. Так, что-то синее. Синее, прям как я. Так, это мы заберем. Так, это мы заберем. Это мы заберем. Так, это мы заберем. Это мы могли использовать для отвлечения врагов. Но не стали этим заниматься. Так, что у нас тут еще есть? Главное, что-нибудь пропустить. Так, это я не могу открыть, потому что у меня сил не хватает. Но моя сила в интеллекте. Так, здесь у нас еще какие-то патроны для чего-то. Это мы возьмем. Так, это возьмем, вот это возьмем. Так, вот это вот все, блин. Облутать не так-то просто место, на котором было сражение только что. Так, это я ломал, не ломал, не знаю. Ну, допустим, подломаем. Так. Так, это что такое у нас? Это нахрен? Так, надо еще найти то персонажа, за которым мы гонялись. Вон там где-то я ее подрезал. Она уж практически убежала отсюда. Так, и мы опять перегружены. Ща мы... Кстати говоря, я могу перегруженным вот так перемещаться. По-моему, это немножко чит. Так, забираем, забираем, забираем. Что-то мне сразу такое в голову не пришло. Стиль перемещения интересный. Так, это она была? Так, какие-то очки интересные. Какие-то интересные очки. Так, ствол, это кто такой, непонятно. Так, что у нас тут еще есть?
А чё на них взлом завис? На всех. По-моему, какой-то баг, судя по всему. Нет, в принципе, я не против, что на них завис взлом, потому что второй раз все взламывать бессмысленно. Но с этим явно что-то не то. Так, чё еще я тут не собрал? Так, еще я тут не собрал вот это. Так, значит, вот здесь вот можно использовать лечение врагов. Так, вот эту вот фигню мы тоже соберем. А я тебя не трогаю, не переживай. Не ссы. Кушай, что ты там делаешь? Кушаешь? Кушай. Кушать, потому что это важно. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь ничего у нас нет. Так, гражданские вроде как не пострадали. Так, что тут еще у нас? Так, конфетки, бараночки. Словно лебеди саночки. Так, и больше здесь у нас получается особо ни хрена нет, кроме какого-то лежащего мусора на полу. Ну, чисто гипотетически, простите, вроде как все я здесь. Нет, не все еще. Так, еще вот здесь вот товарищ у нас лежит. Так, блин, пипец тут. Тут просто что-то не... Но на этом уровне сложности нельзя это все не брать, потому что меня поимеют потом. Ой, там еще синий что-то пропустил. Так, стоять. Зеленый что-то пропустил. Так. Так, тут у нас зеленый ствол. Ну, почтамат, кстати говоря. Сейчас мы там что-нибудь продадим. Так, отсюда еще что-то заберем. Все? Нет, еще вот зеленый лежит. Так, еще что-то лежит. Блин, почему это нельзя подсветить сразу все? Надо, короче, посмотреть, где-то у нас в прокачке, есть ли там что-нибудь, которое все подсвечивает. Если такая штука есть, ей просто нет цены. Я думаю, что, наверное, какая-то такая штука есть. Так, теперь нам надо доковырять до почтомата. Может, конечно, все это разобрать. Я думаю, что денежки мне тоже, в принципе, лишними не будут. Так, поэтому где мой почтомат? Продать. Так, во-первых, продадим мусор. Между прочим, мусора у нас на 1500 баксов. Я неплохо так приподнялся, могу уже долг Виктору отнять. А этот самый отдать вполне себе. Так, у нас тут есть некое ружье за 90 баксов можно продать. Продадим. Так, набор пистолетов. Так, еще такое же ружье. Это умный пистолет-пулемет. Необходимо установить имплант. Выпускает снаряды, которые может преследовать врагов. Это, кстати, довольно интересно, но, наверное, когда-нибудь потом. Я думаю, что мы еще найдем что-нибудь такое. Так, на 38 баксов можно вот это продать, вот это продать, вот это продать. Так, еще какая-то штурмовая винтовка. Недоделанная у нас тут есть. Так, еще на наваке какая-то, что такое. Выпускает снаряды, которые могут рикошетить от поверхностей. Да, ну это тоже прикольно, конечно, но пока не надо. Так, еще одна двустволка. Это я, наверное, скорее всего, вообще все поразбираю. Так, где у меня рюкзачок? Так, рюкзачок. Рюкзачок. Я думаю, что мы это разберем. Получим с этого что-нибудь. Мне кажется, что этим дробовиком я, скорее всего, пользоваться не буду. Ну и нахрен. Так, вот этот пистолет-пулемет тоже, ну и нахрен. И вот этот, и вот этот, и вот этот. Так, это что такое? Это, кстати, неплохая штурмовая винтовка. Которые могут рикошетить от поверхности. Но мои тоже могут рикошетить от поверхности, только мы пока не можем. Вообще, надо, кстати, сходить себе что-нибудь вставить. И Виктору еще денег отдать заодно. Раз уж такое дело. Так, давайте мы немножко зашкеримся. Так, ну что-то у нас еще есть. Есть у нас что-нибудь интересное? Так, ну по-моему тут реально все заглючило. Так, еще что-то здесь лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то здесь по идее у нас еще, наверное, есть. Наверное, мы это искать уже не будем. Так, карту мне в студию. С организованной преступностью мы с вами поборолись. Теперь можно реально на самом деле мутануться к Виктору, я думаю. Так, мне именно к Виктору или вообще к кому угодно? Карта Таро. Шуты знает Сити. Да, наверное, Виктор у нас живет вот здесь. Здесь же у нас живет Виктор, правильно? Так, здесь же у нас живет Виктор. И мы можем телепортнуться туда, вот отсюда. Так, давайте добежим, значит, до этой штуки.
Да бежим до этой штуки и по-быстренькому телепортнемся. Я не знаю, Виктор это не Виктор. Если это Виктор, то мы, соответственно, ему сейчас заодно и денег отдадим. Не знаю, правда, на кой хрен. Так, а где тут? А, вот так вот прям, да, сразу. Так, выбрать место назначения. Так, а куда все иконки делись, когда я начал выбирать место назначения? Так, где у нас иконки? Так, открыть легенду. Нет, это мне понятно, это мне надо по сюжету. Мегабашня, а это Брэдбери Стрит, Буран Стрит. Так, ладно, давай сюда переместимся. Так. Нет, подожди, это у нас не домик Виктора. Или домик Виктора, что-то я не пойму. Знаете, почему его назначили? Арасака необычный клан. Так, это они что такое? Они все не люди! Они все вампиры! Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. Не, ну, в принципе, да, с тобой на самом деле сложно спорить. Так, где здесь ход-то, блин? Эти карты тебе Джеки подарил? Помню, как он просил меня помочь выбрать колоду. Да, и колоду он подобрал идеальную. У нас с ней сильная духовная связь. Можем разложить карты для тебя, если хочешь. Ну-ка. Знаешь, а почему бы и нет? Думая о недавнем прошлом и о том, чего ждешь от будущего. Перевернутое колесо фортуны. Где? Тебя ждут неудачи, последствия неправильных решений. Но еще бы. Что ты меня наебываешь? Где карты? Берегись тех, кого встречаешь на пути. Не всем можно доверять. Да ты что? Вот тебе, Энпер, не доверяю. Не ищи простых ответов. Прислушивайся к своей интуиции, к подсознанию, к снам. Не, вы видели? Луна. В ее свете, далекая и сложная для понимания, обретает четкость и ясность. У тебя реальные проблемы с башкой. Не. Ты мне невидимые карты раскладываешь, и что ты там бубнишь? Я, пожалуй, больше не буду с тобой общаться. Так, ладно, пойдем тогда ходим к Виктору. Виктор, я тебе денег принес. Почему это новая зона? Я не понял. Почему клиника Виктора это новая зона? Хочу отдать долг. Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Так, теперь хочу обновить имплант. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Так, с. А что есть-то? Так, лобная доля. Это то, что у меня есть, а это что такое? Дополнительное УЗУ. Ускоряет восполнение кибердеки. Так, это, кстати, круто. Увеличивает объем памяти кибердеки. Я бы хотел такую штуку поставить. Мгновенно восполняет одну единицу памяти при обезвреживании врага. Это 4 штуки. На 0,05 в секунду. Дополнительное УЗУ. Так себе, конечно. Так, это что такое? Так, все предметы, предметы в продаже. А, так, короче, это можно купить, если я захочу. За косарь можно купить такую штуку. На 0,05. 0,05 это, ну, в секунду. Так, ну, допустим. Так, escape назад. Что с глазами у нас тут есть?
Значит, у нас такой. За пятеру можно поставить... Так, это общий Кироши. А это... Система оптических имплантов, кому важно качество. При изготовлении применяются сами совершенно технологии, поэтому на рынке сложно найти более надежное, мощное сканирующее устройство. А, это версия 2. Улучшает зрение, ячейка модификаторов имплантов. А у меня версия 1. Улучшает зрение. Ага, то есть здесь, короче говоря, просто тупо еще дополнительные ячейки модификации. Так, что там у нас? Так, пипец, что со скелетом у нас тут есть? Давайте. Грузоподъемность на 20% за косарь можно поставить. Так, хочу. Ладони. Так, смарт-линк. 21 тысяча? Ни хрена себе. Баллистический процессор, вероятность рикошета. Мотать это денег стоит. Так, ладно, с этим, с поцелуями пока повременим, как говорится. Так, клинки богомола, руки гориллы. Так, все, это в жопу, это нам не подвластно пока. Это что такое? 45 тысяч? Двойной прыжок. Укрепленные лодыжки, буду прыгать как сатана. Так, здесь что у нас есть? Так, что у нас здесь есть? 25 тысяч, 35 тысяч. Угу. Так, на это нужно очень много денег. Так, а с кровеносной системой у нас что? А, вот с ней все попроще. Так, продлевает взлом протоколов. Сам 10% выносливости при обезвреживании врага. Меньше 15% здоровья, наносящий урон. Так, понятно. Этим предметом я пользоваться не могу. За 1500, короче, взлом протокола. Ну, допустим, ладно. На иммунную систему у нас вообще ничего нету. Так, на нервную систему. Когда показатель реакции будет равен 10. Так, это понятно. А это что такое? Целиться и стрелять во время уклонения. Не особо не нужно. Так, с кожей что мы можем сделать? Увеличит показатель брони на 20. За 2 куска. Так. За 2 куска. Ну, получается, что, наверное, пока все из того, что у нас тут есть, да? Так. Дороговато, дружище, дороговато. У тебя тут вообще... Да, у тебя тут вообще очень недешево. Да и вообще жить в этом мире очень недешево. Короче, деньги я все потратил, но теперь я чуточку помощнее стал. За счет этого. Теперь надо идти еще зарабатывать денежки, получается. Так, ладно, подобновились маленько. В принципе, можно сходить и по квесту, в общем-то. Они все вампиры! А кто там, кто квесты дает, я не понял, ты? Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. Корпорация Ширма, благодаря которой они могут и дальше тайно жить, как бессмертные. Не, ну, в принципе, ты, в общем-то, говоришь недалеко от истины, дружище. Так, найти города все граффити с арканами Таро. Второстепенное задание. А где задание-то? Сабура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Где-то можно здесь взять квест, только я, блин, не понимаю, где. И тогда он вернется. Эй, слушай, Сабура точно мертв. Уж мне ты можешь поверить. Ты что, видел его смерть собственными глазами? Короче, там так вышло... нет, не видел. А, вот, то-то же! Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами, смерть попирающими. А все благодаря помощи технонекромантов с Альфы Центавра. Именно их проклятую кровь пил Сабура Арасака, чтобы превратиться в адское отродье. Гэри, не раскрывай тайны Арасаки. Они тебя найдут. И пусть. Я сажаю семена правды. Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов.
За 77 лет ни хрена не поменялось. Так, ладно, нам надо добраться до башни, если мы хотим по кукольному домику пройти. Либо нам надо куда-нибудь еще сходить. Здесь нужно просканировать граффити и найти карту Таро. Либо нам надо потихонечку... В принципе, мы можем идти немножко к башне, параллельно изничтожая на своем пути всякое и выполняя второстепенные задания. Это на самом деле тоже может быть неплохой план. Наверное, мы реально будем идти к башне, а все, что будет встречаться нам на пути, будем тогда делать. Но это будет уже в следующей серии. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.